В Актау по заказу национального канала Казахстана снимают сериал «Сезым толқыны». Для проекта, воспевающего настоящую любовь и семейные ценности, не случайно были выбраны достопримечательности города и Каспийское море. Таким образом, руководители проекта намерены внести свой вклад в развитие туристического потенциала региона. Сериал «Сезым толқыны» рассказывает о непростой судьбе девушки по имени Толкан. Девочка рано потеряла родителей, они с младшим братом проживают жизнь детей-сирот. После того, как их дом был отобран у них, они попросили помощи у своего дяди Каныша из Актау. На данный момент уже отснята вторая часть, полная драмы и приключений сериала. Мы начали снимать этот сериал, освещающий наше национальное воспитание, настоящую любовь и идею победы. Кроме того, мы думаем, что благодаря съемкам сериала внесем свой вклад в развитие туризма в Актау. В сериале роли играют молодые актеры. Одной из главных персонажей Толқын играет Дильназ Ертаева. Актриса является выпускницей Академии искусств. Несмотря на то, что она еще молода, она сыграла роль Алтынбике в фильме «Олы дала таңы». Али, есікті қатты ашпай қой, өзің өтетіндей болсын. Приготовились? Начали. Это мой второй проект, в котором я играю в качестве главной героини. Что касается моей роли, то персонаж Толқын – девушка с характером, которая где надо может высказать свое мнение, а где надо и промолчать. В целом она очень спокойная и воспитанная девушка. Эта роль мне очень по душе. Отметим, что сериал состоит из 20 серий, все из которых будут сниматься в Актау. Всего на съемочной площадке вместе с актерами работают 35 человек. Руководители проекта намерены завершить съемки до конца года. Айжан Сабитхоз, Дюльбай Нурбайдидар.